произошло дорожно-транспортное происшествие двух грузовых автомобилей самосвала Кина. Данный водитель при осуществлении второго рейса и разгрузки на данной территории склада номер 3 осуществил первоначально выгрузку с прицепа груза уголь. При налипании груза уголь до конца не высыпался. Он приступил к выгрузке основного угля, это с кузова данного автомобиля. При выгрузке с кузова автомобиля водитель осуществил движение вперед, а именно наехал на высыпанную кучу задними правыми колесами прицепа, произошел перекос, так как кузов был поднят. В этот момент подъехал второй грузовой автомобиль. В этот момент из-за перекоса произошло опрокидывание данного прицепа.